Приветствую вас. Если честно, Ольга, я не думал, что вообще есть такая история, как психология отношений. Конечно, есть межличностные отношения, но именно, мне кажется, говорить психология отношений несколько некорректно. В первую очередь важно понимать, что значит для вас мужчина. В первую очередь важно понимать, что значит для вас расставание с ним, какие противоречия послужили этому. Ну, то есть дали толчок к тому, чтобы вы расстали. Вот, и уже после этого можно будет о чем-то говорить, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это вот то, как я это вижу, собственно говоря. Потому что в остальном, вы просто, ну, описываете некоторые внешние моменты, но я бы сказал, что это довольно немного. Вот. Дело в том, что расставание человека близким, если это близким человек расставание, но он не может не травмировать вас. Вот. И, соответственно, как я думаю, что как раз-таки вас это и травмирует. Вот. И травмирует довольно сильно, кстати говоря. Ну, так, по крайней мере. Мне кажется, что травмирует вас это достаточно сильно. Вот. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать, если вас, к примеру, остались чувства к человеку, то можно было бы как-то это поисследовать, если у вас осталось чувство к человеку. Вот, можно было бы с этим поработать, если у вас осталось чувство к человеку. Вот. Но из вашего сообщения не совсем понятно, остались ли у вас чувства к человеку или нет. Вот. Ну, скорее всего, остались. Вот, значит, здесь, вероятнее всего, ваше внимание вам нужно обратить на то, как вы можете выразить ему то, что у вас вот остались к нему чувства. Или хотите ли вы ему это выражать, что у вас осталось к нему чувства. Вот.
А может быть, вы не хотите выражать ему, что он... у вас осталось чувство какие-то. То есть вы чего-то хотите, а чего не очень понятно. Здесь. Вот. И вы хотите лучше понять мужчину, но, как мне кажется, не отдает себе отчет в том, что важнее не мужчина, а вы. Важнее не то, что он там думает, хочет и делает, а вы. Вот. И если вы сами на это не обращаете внимания в полной мере, вот, то это может быть проблема. И довольно серьезная проблема, к сожалению. Вот. Как-то так, я думаю. Можно было бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моих, например, ценностей, да, ну, с точки зрения моего какого-то взгляда на ситуацию текущую вашу. Как-то так. То есть чувствуется, что, возможно, вы не отпустили еще своего мужчину до конца. Вот, и ответственность за то, чтобы жить дальше, вы пока взять не готовы, как мне кажется. Или боитесь, или не готовы, что, в принципе, одно и то же, плюс-минус. Вот, но, тем не менее, рано или поздно сделать вам это придется. Вот, то есть придется либо двигаться дальше, либо устанавливать отношения с человеком. Потом вы решайте, думайте. Вот. Если сомневаетесь, если захотите в себе разобраться, то обращайтесь. Психологи вам помогут. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.